К отопительному сезону готова четверть жилого фонда республики. Об этом сообщили на видеоселекторном совещании с муниципалитетами по подготовке к осенне-зимнему периоду. В разговоре участвовали все улусы, 8 из которых докладывали о текущей работе. В их число входят те районы, которые предоставляют отчеты плохо, либо не делают этого вовсе. Вот как МинЖКХ республики прокомментировала итоги совещания. Основное отставание – это подготовка жилищного фонда. Если говорить по завозу топливно-энергетических ресурсов, мы все идем в плане, никаких отставаний у нас нет. По ремонту, по техпоражению тоже у нас отставания нет. У нас именно есть опасения, что жилищный фонд у нас будет не готов.